ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в режиме ВКС глава Ленинского городского округа Алексей Спасский отчитался о работах, проведенных по модернизации водозаборного узла в поселке Петровское. Благодаря участию в программе «Чистая вода» были проведена полная реконструкция. Это и новая скважина, установлено самое современное оборудование по водоочистке, водоподготовке. У нас срок окончания работ был март этого года, но в настоящее время, сейчас идет февраль, уже чистая вода подана потребителю, это порядка 1300 человек. Кроме того, в рамках реконструкции в 4 раза была увеличена мощность оборудования, что позволит создать резерв для подключения новых объектов. Раньше качество воды вызывало много нареканий у местных жителей, теперь ситуация изменилась. Плачевная ситуация была, просто старые трубы были, сейчас поменяли по городку, и в домах тоже все трубы пластиковые поставили. Поэтому сейчас вот ВЗУ открыли, вода очень неплохая. Мутноватая, да, была, и жесткая, то бишь чайник кипятить 2-3 раза, и все, он весь белый. Также в этом году планируется сдать ВЗУ в деревнях Дроздово и Орлово, что позволит обеспечить чистой водой еще около 6 тысяч жителей муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.